Мы продолжаем читать Антония Великого, Первом томе Добротолюбия и продолжаем разговор о бесовских искушениях, как свидетельство об этом Антония Великий. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что... В обычном состоянии человека, человеку обычно приходится бороться с помыслами, которые всеивают, влагают в него падшие духи с одной целью, чтобы побудить человека исполнить их волю, которая всегда заканчивается разрушением, потому что благо они созидать не могут. Но сами по себе помыслы... Какое бы они зло не внушали, каким бы поступком они не призывали, на самом деле никогда не надо забывать, особенно тогда, когда мы послушались этих помыслов, когда мы их отвергаем, то и проблем-то никаких нету, ни в, ни в прямом смысле, то есть все в нашей жизни жизнь созидается, не в переносном, ну, то есть говорить-то не о чем если мы отвергаем помыслы, а разговор возможен тогда, когда мы их принимаем, когда мы либо не можем, либо нам кажется, что мы не можем этим помыслам сопротивляться. И вот тогда есть о чем поговорить, и есть что обсудить, почему это происходит. Само по себе, сам по себе помысл, внушаемый нам падшими духами, он не случайен. На самом деле этот помысл ему, ему попускается действовать только по промыслу Божьему. И в данном случае промысел Божий попускает помыслом от лукавых действовать на нас, чтобы стали явными намерения нашего сердца. Что мы на самом деле хотим? Если помысл нам совершенно чужд, что мы его совершенно легко и отвергаем. Если помыс вызывает у нас внимание и интерес, а тем паче, когда мы начинаем к нему не просто внимательно прислушиваться, но и торопливо исполнять, это свидетельствует о том, что внутри нас есть страсть. Страсть, созвучная той воле, которую в нас влагает падший дух. И в этом их исключительное значение и спасительное действие и лекарство. Они помогают нам, хотя бы и против своей воли, познать, что мы существа, обремененные теми или иными страстями, для того, чтобы мы от этой страсти избавились. То есть, если они внушают нам блудный помысел, и мы соглашаемся с ним и делаем то, что они говорят, то не очень разумно обвинять в этом бесов. Потому что если бы мы не имели себе блудной страсти, мы бы отторгли помысл. Они ведь не ведут нас насильно. Они просто прилаг, предлагают нам то, что нам нравится, и не предлагают то, что нам не нравится. Они, конечно, иногда бесстыдны и упрямы, потому что они не устают, и могут докучать подвижнику даже теми помыслами, которые на первый, на второй, на третий раз человек отверг. Но это обычно э, тоже из ряда вон выходящие подвижниками, когда упорство спадшего духа искушает упорство подвижника. Э, бывает такое, ну, например, э, в Лавсаике говорится о некоем подвижнике по имени Памба, э, который пять лет был томим блудной страстью, хотя не имел никаких вот, нежеланий, ни, ни прилогов к этому, но... Э, его терпение искушалось подобным мучительством. Тоже повествуется об Иоанне Многострадальном. Человек может не принимать помысл, но все равно быть томим бесом. И в этом некая особенная, уникальная э, черта его внутренней духовной жизни, о которой потом и свидетельствует Бог, явившийся что Ави Памви, что Иоанну Многострадальному, показывая, в чем смысл был этого, долгого искушения. А в, это опять-таки про особенных подвижников, несущие особые подвиги. В обычной же жизни нас, обычных людей, э, помысел принимается нами потому, что желание этого помысла в нас уже есть. Ну вот, может быть, самый яркий пример, который может это проиллюстрировать, э, ярче мне никогда в голову не приходил. Когда человек, в принципе, не хочет пить, ну, грубо говоря, водки. Куда бы он ни пришел, и где бы ему не предлагали эту водку выпить, он ее просто не будет пить. Не потому, что это какая-то вот он такой подвижник, или он такой вот великий трезник, но не хочет он, ему внутренне противно сам вот этот напиток, и его ни, соблазна никакого нет. Он просто отвергает это как нечто неприятное, отвратительное для себя. А человек, который любит внутри этот напиток любит, ему нравится, то чувство, которое вызывает в нем выпитая водка, то ощущение, сам напиток вызывает, вызывает в нем какой-то интерес и сладостное желание, вот тогда да, для него это соблазн, он предлагается, он первый раз отказывается, второй раз отказывается, третий раз отказывается, четвертый раз не может, говорит, ну ладно, давай, но на самом деле виноват не предлагающий, а говорит о том, что на самом деле любовь-то к этому напитку у него есть, любовь к этой страсти у него есть, он хочет, он хотел так согрешить, поэтому и не устоял в собственной волевой установке. И проблема не в том, что его кто-то соблазнил, проблема в том, что он на самом деле еще любит. Это вожделение, он любит это состояние, он любит эту страсть. И вот бесы, искушая нас разными способами, они помогают нам определить основные болезни нашей души и восстать против этих болезней постом и молитвой. И вот дальше Антоний Великий в 32-м слове своих наставлений пишет, Сколько мерят злых бесов, и сколь бесчисленны виды их козни. Они после того, как увидели, что мы, пришедшие в познание своих страстей и своего посрамления, стараемся уже избегать злых дел, на которые они нас наводят, и ухо своего не склоняем к злым советам, которые они нам внушают, не отстали, но приступили к делу с отчаянным усилием, зная, что участь их уже окончательно решена, и что наследие их есть ад за их крайнюю злобу и отвращение от Бога. Да откроет Господь и сердец ваши, чтобы вы видели, сколь многочисленны козни демонов и как много зла причиняют они нам каждый день и дарует нам сердце бодренное и дух рассуждений, чтобы мы могли принести самих себя в Богу жертву живую и непорочную, остерегая зависти демонов во всякое время и их злых советов, их скрытых козней и прекровенной злобы, их обманчивой лжи и хульных помышлений, тонких внушений, которые не влагают каждый день в сердце, гнева и клеветы, на которые подущают они нас, чтобы мы друг друга клеветали, себя самих только оправдывая, других же осуждая, чтобы злословили друг друга и сладким, говоря языком, скрывали в сердцах наших горечь, чтобы осуждали внешность ближнего, внутри самих себя имея хищника, чтобы спорили между собой, шли наперекор друг другу, в желании нас поставить на своем и показаться честнейшим. Всякий человек, который услаждается греховными помыслами, падает произвольно, когда рад бывает тому, что в него влагаемо бывает от врагов, и когда думает оправдать себя только видимо совершаемыми делами, будучи внутри жилищем злого духа, который научает его всякому злу. Тело такого наполнится постыдными срамотами, ибо кто таков, тем овладевает страсти демонские, которые он от себя не отгоняет». Демоны не суть видимые тела, но мы бываем для них телами, когда души наши принимают от них темные помышления, ибо, принявшие эти помышления, принимаем самих демонов и явными их делаем в теле. Очень большое и очень страшное слово, но ну вот э -э, иллюстрирующее то, о чем я уже сказал. Хотелось бы обратить внимание только на то что лишний раз подчеркнуть, что человек, который принимает и услаждается греховными помыслами, падает произвольно, потому что он сочувствует тому, что предлагает ему демон. Он радуется тому, что влагают в него враги. И поэтому само падение человека может быть для него благом, как это нам постоянно со времен Антония Великого открывает святые духоносные отцы. И поэтому даже пады, даже становясь игрушкой демонов, даже исполняя все их срамные похотения и желания, мы не должны отчаиваться, потому что пока мы живы, есть надежда. И сама срамота, которую мы носим в своем теле и постоянное надругательство бесов над нами, это свидетельство нам, что внутри-то наше сердце нечисто. И здесь предварительно, вот долго-долго говоря, Антоний Великий показывает, что главное это в том, что мы э, внутри себя считаем себя лучше других, своеволие, осуждение других, зависть, ревность. Желание, что было, по-моему, вот что делает нас совершенно бессильными перед любыми кознями бесов. Мы могли бы если бы захотели. Но вот это желание, то есть неправильная установка на отношения других и делает нас беззащитными перед их кознями. Если бы мы смирились, все было бы иначе. В 34-м слове Антоний Великий продолжает. «Дьявол, падший из своего небесного чина за гордость непрестанно, усиливается увлечь падение и всех тех, который от всего сердца желает приступить к Господу тем же самым путем, каким и сам не спал, то есть гордостью и любовью к суетной славе. Этим-то борют нас демоны, этим-то и подоб, другим подобным думают они нас отдалить от Бога. Сверх того знаю, что любящий брата своего, любит и Бога, они а влагают в сердца наши ненависть друг к другу до того, что оно и видеть не может брата Своего или сказать с Ним Слово. Многие истинно великие, подъяли труды в добродетели, но по неразумию своему сгубили себя. Этому не дивно быть и между нами, если, например, охладевших к деланию, вы будете думать, что обладаете в себе добродетелями, но вот уже вы и не спали в эту болезнь дьявольскую, само мнение, думая, что близки к Богу и пребываете во свете, тогда как на самом деле находитесь во тьме. И заканчивает это слово Антоний так. Итак, если не будет в человеке крайнего смирения, смирения всем сердцем, всем умом, всем духом, всей душою и телом, то он Царствие Божие не наследит. Это замечательное свидетельство. И я думаю, по крайней мере, мне иногда приходит совершенно четкое убеждение в том, что вот одного этого слова, если в нем поучаться регулярно, читать, внимать и исполнять то, что в нем написано, достаточно, чтобы наша духовная жизнь протекала ровно и без каких-нибудь серьезных, так скажем, изгибов из вывертов, надрывов и катастрофических событий. Мы все знаем о смирении, мы все понимаем, что нужно смириться, быть хоть сколько-нибудь церковным человеком, хоть сколько-нибудь мнить себя христианином серьезным, невозможно без сознания того, что нужно смириться. Но всякий раз мы находим оправдание в том, чтобы этого не делать. Мы всегда думаем, что смирение, мы знаем, что оно неизбежно. Но всякий раз в конкретной ситуации мы говорим, что это не та ситуация, в которой я должен смириться. Я вообще-то должен смиряться, но только не в этой ситуации. В этой ситуации должен делать совсем другое. И мы придумываем, что должны делать. И всякий раз мы поступаем вопреки установке на смирение. Мы знаем, что должны делать, как смиренные люди, но именно это и не делаем, всякий раз придумывая оправдание, почему мы поступили не по смирению. И именно по этой причине наша жизнь не состоится. Мы, она рассыпается, еще не начавшись, духовная жизнь. Потому что всякий раз мы, прежде чем попытались быть христианами, внутрь себя приняли помысл, который внушает нам поступать противно смирению. Но неужели же христианину непонятно, что всякий раз, когда Дух внушает мне поступить не по смирению, это Дух не Христов, это Дух лукавый, именно Он учит людей поступать по гордости по самомнению, по надмению, по ревности, любым способом, лишь бы только не любить другого человека. Мы ненавидим другого человека и приходим и другим людям, сам, самим себе указываем обстоятельства, что просто иначе невозможно. Мы не имеем права его любить, и мы оправдываем это доказываем, что это просто только сумасшедший, только извращенец, только совершенно гнусный человек может в таком случае говорить о смирении любви. Просто это нормальное, как мы себе объясняем, христианское поведение, что вот этого ненавидеть, этого любить, и этого презирать, и этого суждать, просто всякий честный человек должен делать. Но неужели ж мы не понимаем, что сам дух, внушающий нам подобную мысль, есть совершенно определенный дух, что всякая ненависть и всякое презрение к человеку, всякое осуждение человека есть помыслы, принятые от совершенно определенного духа, который людей ненавидит, презирает и осуждает на вечную погибель. И только из этих мыслей мы могли бы выяснить, определить себе тот путь, по которому мы можем, отвергая подобные помыслы врага, почти беспреткновенно в рамках нашей простой с точки зрения духовных реальностей жизни восходить, тем не менее, от силы в силу, от познания, познания Бога. И еще хотелось бы сказать об одном Интересном, интересном образе, интересном свидетельстве, которое мы находим вот в этом первом сборнике наставлений Антония Великого. Несколько раз в своих словах Антоний говорит об умной природе человека. Ну, например, 33 слово. «Природа умная и бессмертная сокрыта в тленном теле нашем для того, чтобы в нем и через него обнаруживались свои действия. Это вот умная природа, ум, это очень важное понятие. Ум с точки зрения святых отцов, а они все вслед за Антонием будут повторять подобные свидетельства, и мы еще не раз с этим встретимся, ум это око, это э, внимание человека обращенное либо к Богу, либо внутрь самого себя. Как только, или скажем так, высшая способность ума – это предстоять Богу. А важнейшая сила ума – это рассуждение. Ну вот скажем, в послании, в первом послании к Коринфянам, в 14 в 14 главе апостол Павел говорит, лучше сказать пять слов умом, нежели множество языков. Или апостол Павел говорит в послании к Эфесинам: обновиться духом ума вашего. Или в послании к римлянам преобразуйтесь обновлением ума. А в послании к Тимофею он говорит, что есть такие пустые споры между людьми поврежденного ума. Очень часто у апостола Павла это слово встречается. Ум более всего раскрывается и осознается, определяется в молитве. Собственно, только тогда, когда мы можем молиться умом и познали, что значит молиться умом, тогда мы действительно уловили Эту силу мы ее определили, мы поняли, что есть ум, только тогда, когда научились умом молиться. Когда слово, оно не ускользает из нашего внимания. Вот когда мы читаем молитву, а мысль гуляет где-то в стороне, то ум не с нами. Он размазан, он рассеян, есть такое святоотеческое определение, а вот э, образ метафорический, он размазан по всему миру, наш ум. Он э, в каких-то переживаниях случившихся события, он в мечтах о будущем, он в решении конкретных житейских проблем, в обидах, дрязгах, мечтах, э, решении там, составлении планов, оформлении работы э, и прочее, прочее. Во всем, что угодно, что занимает, волнует, нас в течение всей нашей жизни, прошлой или будущей, но не в молитве. И человек через, именно через делание молитвы, он начинает свой ум, это тоже святоотеческий термин, начинает свой ум собирать. Он его собирает, этот ум, и когда он его именно собирает, он рассыпан, рассеян по всем по всей жизни, по всему миру. И вот выдергивая его из тех мест, где мысль наша была сосредоточена, он его собирает. Вот это момент, который человек улавливает только тогда, когда познал молитву умом. Наш ум именно рассеян, рассыпан. Вот как мешок пшеницы высыпали, на, ну скажем так, на поле, вот каждую крупиночку надо собрать. Крупиночка – это мысли. И они растеряны по разным событиям этого мира. Собирая эти мысли внутрь себя, собирая их во внимание к Богу, мы и собираем ум. Когда, скажем, человек размышляет о ценах на нефть, о курсе доллара, о плане своей диссертации, об отношении с коллегами и обо всем другом, вот во всех этих размышлениях ума нет. Есть мысли, ум рассеян, он как раз он становится умом только тогда, когда он собран воедино, когда он собрался и стал неким органическим элементом жизни человека. Вот тогда он становится умом, а когда мысли рассыпаны по событиям мира, это не ум это просто мысль. И вот человек в молитве обретает собственную умность, он восстанавливает качество ума. И поэтому молитва является для обретения, вот именно для обретения ума, для постижения умной собственной силы является первоочередным. Ну вот все, наверное, читали, а если нет, то очень рекомендую это однажды начать. Все читали известный покаянный канон, который, в принципе, есть во всяком молитвослове. И вот молитва, заключающая этот покаянный канон, содержит как раз важнейшие призывы о собирании ума и показывает причину, почему этот ум у нас рассыпался. Вот слова из этой молитвы. Господи, возвыси ум мой к Тебе, долу поникший. То есть наш ум упал на землю и рассыпался, как тот самый мешок с мукой, разорвался, и вся мука или крупинки пшеницы разлетелись, или как разбитый хрусталь, и вот теперь надо склеивать воедино. И сказано дальше, потому что ей пока он долу поник, вниз опущен мой ум, и погружен в суету этого мира и стало быть рассеян, рассеянный, то есть вот посеян по разным местам. Он не собран воедино, а он везде и в то же время в целостности нигде. И э, пока ум не собран, то не может человек не не имеет покаяния, не имеет умиления, не умеет, не имеет слезы утешительной, то есть нет у человека ни слез, нет ни умиления, нет покаяния. Само покаяние переводится как обращение ума и в то же время собирание ума. Чтобы обратить ум к Богу, мы должны собрать Его воедино. И только собрав воедино, мы можем этим единым умом обратиться к Богу. Мы можем подумать о Боге это всего лишь мысль, с которой соотнесена память о Боге. Но от этого бесконечно далеко до начала духовной жизни. Кому-то пришла мысль о Боге, кто-то прочитал о нем, кто-то вспомнил о том, что говорила ему мама или говорили в воскресной школе. Это все мысли, но куча других мыслей у человека – это еще не ум. И когда человек вокруг этой мысли о Боге в молитвенном предстоянии начинает отрывать свой ум от других переживаний и собирать только перед лицо Бога, вот тогда и начинается обращение, покаяние, которое приводит к к и к, умилению, и к слезам и всему тому, что мы с такой сладостью читаем у святых отцов. Об этом же другое слово из этой молитвы. Омрачихся умом в житейских страстях. То есть ум становится мрачным, когда начинает погружаться в другие страсти. Ну и вот в этом же 33-м слове дочитаем да и им закончим сегодня разговор об умном человеке. Итак, сделав тело это алтарем кадильным, приносите на него все помышления ваши и худые советы ваши, и поставив их пред лицом Господа, возноситесь к нему сердцем и умом, умоляя его, да не спаслет он нам свыше свой невещественный огонь, который бы попалил все, находящееся на алтаре сеум, и очистил его, и убоятся противники ваши, священники Вааловы, и погибнут от рук ваших, как от рук Ильи Пророка. Тогда узрите вы человека, исходящего из вод божественных, который сделает, чтобы одождил на вас дождь духовный, то есть орошение Духа Утешитель». То есть человек, собирая свой ум от тех мыслей о суетных предметах, все это, каждую мысль возносит перед Богом, заколает – перед лицом Бога, то есть отрекается мысль, отрывает от суетной вещи и соотносит ее только с Богом. И так все мысли, насколько лучше, конечно, все мысли оторвать от всего суетного и все мысли обратить только к Богу, тогда человек получит всецелую благодать и, по примеру святых, никогда больше к мирским и тем более греховным делам не возвратится. А если не все, но хотя бы большую часть мыслей оторвать от мира сего, вознести к Богу, отречься, оторвать мысль от страсти, от предмета вожделенного в мире всем находящегося, и все это, проник... чтобы пронизано было молитвой к Богу, и хотя бы частично ума светиться, а все остальное предмета скетических дальнейших усилий, потому чтобы все мысли в конце концов отобрать у мира, и вознести к Богу, потому что возлюбить Господа Бога нужно не только всем сердцем своим, но и всеми помышлениями своими.